рады приветствовать вас на главном кинофестивале страны «Самый лучший фильм России». Эти фильмы мне нужны срочно. Присылайте человека, я ему все отдам. Пульса нет. Нахрена ты ее сбил-то? Я не знаю! Давай сначала отвезем эти фильмы, а потом уже решим, что с ней делать. Круто получилось, прям как в фильме. Фильмы! Может быть, есть какие-то копии? Нету! Нету никаких копий! Фильм где? Нас с тобой вместе положат. Пустите меня! Боженька, родной, найди-ка мне этого Александра Поплавкова. Я не хочу умирать молодым! Походу, у нас только два варианта. Либо переснять фильмы, либо... Сниму я вам ваше кино. Кто хочет сняться в хорошем кино? Михаил Пореченков хочет сняться в хорошем кино. Все готовы? По местам. Начали. Стреляй в меня, батьку. Убийство, статья авторитета. Начинаем снимать адмирала. Я люблю вас. Тут неспокойно мне. Мы кино снимаем. Порнуху. А это кто? Это Ваня. Немцы. Я же на идиота похож, а? Вот теперь нам действительно... Бежим! Да! А почему во всех фильмах одни и те же актеры? Отпусти ее! Ваня! Ты снимайся, а не пизди! Это тихий ужас. Мне нравится. Дозим, сука! Это не мой фильм. Настоящее 3D и ни одной плоской шутки.